Тип такой подумал, ну я на светской жизни выйму. Чувак, да, подумал, ну кто пойдет, блядь, ночью на светскую жизнь? Кому нахуй нужен Вуди Аллен? Он такой, да они пидоры. Так что не переживай, детка, все схвачено. Не, ну реально, представляешь, они такие сидели, короче, забронировали два места. Такие, знаешь, типа, в атриуме, типа, выбрали самый херовый фильм. Да-да-да, я побрил ноги. Тут Баван такой сидит, Макс, пойдем, блядь, на светскую жизнь. В атриум, ночью. Да, ты, давай еще рядом с ними сядем. Набрали там, вроде нормально, да, были. Еще это Рик доебывался. Знаешь, что, начинаешь свою историю жизни рассказывать. Чисто вежливые люди, которые смотрят фильм. Я такой, не, ну когда я на Донбассе, такое было, пиздец. Да нет, ты послушай. И такие вот, с такими глазами. Вот такие дела. А что там, ты прикинь, ты сказал, пиздец, полностью свободный зал, полностью. А вдруг ты еще и телочки, вдруг это нахуя? Решили там не, слушай, а давай реально, знаешь, чем заниматься? Давай обламываем всем свидание в кинотеатр. Блин, это мало плавило. Подожди, подожди. Не, искать, короче, знаешь, там где там вот такие вот случаи, типа там два места забронировано. Бедняги. Жестко вообще. Да.